кажется, на телефоне могу так сделать. Я тут и тут, это, не понял, да? Время было где-то 10:30. У нас 300 000! Вообще! Короче, просто спасибо вам огромное. Ребят, я, кажется, запись забыл включить. Я гений просто, я не могу. В общем, наверное, мало кто вспомнит, что я на канале снимал такие видео про подушки. Когда была пандемия, это было 2 года назад, я снимал видео про подушки, строил домики из подушек, все из подушек делал. В этом видео мы будем делать примерно то же самое, только будем строить домик на полу. Поэтому всем желаю приятного аппетита, кто кушает. В общем, рассказываю свой план, я уже снимаю это видео 2-й раз. Я реально не знал, что камера выключена. Я просто гений. Без слов. Смотрите, я хочу построить сюда 3 подушки, вот таких примерно. У меня еще есть штук 5 таких подушек дома. Мама, я в Дубае, мама. Я хочу построить 3 подушки вот сюда, потом еще 3 подушки сюда, потому что у меня 6 подушек дома всего вот таких подушек. Потом накроете все вот этим полотенцем, одеялом, не знаю чем. Будет очень классно, мне кажется. Моя кожа во рту прижалась с зубами. Не обращайте внимания. Стоит? Как вам? Класс! Зачем мы это делаем, я не знаю. Точнее, я это один делаю, вы ничего не делаете, вы нормальные, это я не нормальный. Подушки какие-то строить. Я это потом убирать же буду. Нет! А, кстати, это может быть выход, смотрите, видите? Быстро на выход, я сказал. Сказала. Оп, нормально? Спасибо. Куда я вообще смотрел? Ребята, они не стоят. У меня не стоит. Вот нормально же все стоит. Нормально? Вот, 3-я подушка. Как построить этот дом? Вот, стоит все. Нам надо какое-то укрепление придумать. Нам надо срочно придумать какое-то укрепление, чтобы у меня все вот это стояло нормально, а не падало. Понятно вам? Мне. Это же я строю. А как нам... Спасибо большое, огромное, прям... Как мы построим этот дом, если все падает? Ой, когда уже закончу это видео снимать, я не хочу... Не, ну а зачем ты тогда строишь, если ты не хочешь? Нормально вообще? Да не падай! Все стоит. Я придумал, можно сзади подушку построить. Я придумал, можно сзади что-нибудь поставить, чтобы они туда облокачивались и не падали. Че это? О, стул, вот так. Стоит. Вот так вот еще накроем. Держится. Весело. Вот так. Чё, не падает? Не падает. Может, реально постричься? Спасибо. И что делать? Мам, я надеюсь, ты меня сильно не будешь так, ну... Ой. Но я все протру. И вон туда подушку поставить. Держится! Это просто класс. Это просто замечательно. Это просто великолепно. Нам остается. Ребят, нам остается накрыть это все вот. А как накрыть? Меня накрыть! Спасибо. О. Нам срочно нужно тут напоследок укрепить, чтобы у нас ничего не падало. Я уже всю физику за этот ролик выучил. Тут надо вот сюда сделать, чтобы ничего не падало. Понятно? Мне все понятно теперь. Фу, я вспотел уже весь. Ой. Нормально? Как по мне, нормально. Накрываем. Как-нибудь. Ребят, у меня платье, как вам? А как понять, что ти... О, поднял? Так, нам надо вот сюда, получается, вот так. На благо у меня есть медведь, держи это все. Ты мужик, чё не мужик?
Держится. Оп, слушайте, а еще чуть-чуть, и мы достроим этот дом. Нам остается как-то это все закрепить. Только как? Попробуем таким способом. Ножи, Паша, давай, это натянуть бы как-нибудь. Во, натягивается. Прям вообще. Это не то, что у ваших там других блогеров. Вики Шоу, не смотрите это видео. Вот так вот. Мне кажется, дом вообще... Вы видели, что внизу? Я сам не видел. Чуть-чуть вот это подправим. Это просто что-то... Ничего себе! Ребята, смотрите, как тут классно. О, класс, кайф. Ну, это прям, я тут спать готов. Тут уснуть можно прям сейчас. И мозг думает, что сейчас ночь, а я его затроллил. Затроллил? Какой? Фу, я не люблю вот эти сленговые слова говорить. Уже ничего не исправить. А я исправлю. Ой. Во! Другое дело, я вспотел. Фу, тут жарко, тут... Не уснешь тут. Тут воздуха нет почти. Вот зимой тут можно. Наверное, все равно холодно будет. Фу-фу. А ты что тут стоишь? А, держишь, молодец. Молодец он, кстати, ребят. А какой превью сделать, чтобы Вики Шоу зашло на этот ролик? Я как будто бы в другом мире был. Фу, у меня прям волосы волосами пахнут. О, такой вот дом. Классный, красивый, но зато домашний. И да, ребята, я совсем забыл показать вам картину напоследок. Вот, узнаете? Это нарисовал мой подписчик, но, скорее всего, уже друг, чем подписчик. Он мне нарисовал картину, вот еще раз я вам покажу. Ну, то есть он нарисовал своими руками, это не фотошоп. И обязательно, пожалуйста, напишите в комментариях, как вам картина. Он будет читать комментарии и увидит много теплых слов. Напишите много теплых слов, он, когда зайдет на это видео, увидит, ему будет очень и очень приятно. Заранее спасибо. Но я надеюсь, вам понравилось, как мы строили дом. Вот такой вот дом. И... А давайте напоследок сломаем его. О! Вот так вот. На. Все, пока. Пока. Привет.